И всем привет, ребят, вы на канале Corn Sticks. Я продолжаю играть игру Resident Evil против зомби. Погнали. И да, продолжаю играть туман. Тогда я получил растение звезда. Вот это вот растение двойной горохострел. Потом грибочек два я возьму. Ну, вот этот грибок. Кактусы брать не будем. Кстати, он опять 125 стоит. Который раз уже. Светильники обязательно берем. И... не знаю, давай водоросли, кабачок и... вот этот... как его там назовут? Ну, не знаю. Лепесток, давайте так называть. Так, давай потише поставлю, так как-то. Фуф, на этот раз уже больше половины карты закрывает. Так, ладно, давай так. И здесь две волны, ребята. Интересно. Ё-мо, я же не взял грибка за ноль. Блин, ладно. Хотя, может, кабачка использую. Зачем я кабачка взял, я дурак. Лучше уже мину брать. Здесь успеем копить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дайте солнце. Ну, ё-моё. Кабачка. Одно маленькое солнышко. Много не пришел. Ну, ё-моё, ну, чё такие жадные. Ну, все, поздно уже. Где-то еще зомби ходит, и я... Так, кабачок. Блин, как я мог забыть грибка за ноль? Без него вначале же никак. Да и вообще на протяжении всего уровня. Так, внизу, да? Окей. Кабачок успеет. Наверное, даже грибка успею поставить. Давайте, солнышко. Пожалуйста, как не в прошлый раз. Отлично. Ну, блин, кабачок все-таки дорогой, поэтому это точно не вариант. Использовать. Ё-моё, ну все. Не, ребят. Давайте переигрывать. И вот этих. Все. Вот сейчас идеально. Так, давай лучше подержу зомбаря, прежде чем ставить. Кстати, 3 уровня осталось, я пройду туман. Но вопрос, пройду ли я его? Не там, да? А где? Где он? А, здесь, окей. Ну, сейчас вот грибок за ноль. Вообще на изи его убьет. Да ладно. Могу еще поставить, хотя нет, давай сюда. Так, давай-давай, отлично. Уже светильники можно ставить. Вот сейчас все очень хорошо. А интересно, что звезда делает, новое растение мое. Сейчас проверим. Так, давай.
копим на звезду. За 125. Так, внизу пошли. Давай, звезду ставим. Так, это защита, что ли? Типа ореха? Это, кажется, для защиты, да? Блин, ну ладно. Ну, смотрите, прикольно. Желтенький такой. О, нет, смотрите, он атакует. Офигеть, он сразу... С пяти сторон атакует. Ё-моё. Так, смотрите, он... Куда его вот эти направлены, туда он стреляет. Только это немного... Не очень, потому что... А, их нужно как-то вот так вот ставить. Так, ну прикольно, ничего. Нестандартное растение такое. А, кстати, с них же можно зомбарей по воде убивать. С помощью них. Тогда можно всех по воде поставить. И просто будет разнос. Не будет по всем зомбарям попадать. Ну, почти. Так, давай сюда поставим. Хотя, кажется, туда зря поставил. Так, ну хотя бы так. Потому что если я туда поставлю, то там светильник сдохнет. Скоро будет первая волна зомби. А интересно, сколько у этих звездочек урона? У них, наверное, как у грохострела обычно. Потому что если бы больше урона было, то они бы были слишком жесткие. А если меньше урона, то они бы были слишком слабые. Так, все, волна зомби. Или где там? А, вот здесь еще, да? Ну давай я грохострел посажу. Вот сюда прям. Надеюсь, шахтер будет именно там. Так, и где? Или может шахтера вообще не будет? А, зомби с ведром. А где? Я не вижу. А, по воде? А, ну там все равно есть. Вот эти водяные. Так, ну давай, наверное, сюда использую сразу. Отлично. Ё-моё, зомби-шахтёр. Дайте быстрее солнце. А, смотри, он назад стреляет. Зомби-шахтер даже не нужен, смотрите, ребят. Получается, назад он стреляет идеально, как нужно. И вот эти еще помогают. Ну, жестко, слушайте. А звезда хорошая. Давайте, наверное, по всем этим линиям, где земля, посажу звездочек. Хотя, наверное, будет не очень интересно. Ё-мо, чуть не сожрал. Так, по воде зомбарь. Давай так, сделай, чтобы он... Чтоб его вот эти убили. Так, окей. Наверное, на следующий уровень я возьму этих. Льян. Ой, не льян, а этих. Кувшинки, вот. Все, давайте. Все,
сюда, наверное, посажу. Хотя его там убьют все равно. Ну ладно, пусть стоит. Небольшое освещение даст. Точнее, долговременное. Смотрите, просто повсюду эти звездочки. Прикол. Ну, за барьером точно не пробить. А, ну смотрите, бывают такие моменты, когда ни одна практически звезда не попадает под зомбарю. Это плохо. И он только что сожрал моего светильника. Так, ну, еще зомби. С ведром по воде. Так, это плохо. Он, возможно, доберется до воды. До конца. Взрывной где-то идет. Внизу зомбарь. Да. Ну, он по-любому ничего не сделает, мне кажется. Так, ладно, звезду сожрал одну, ничего страшного. Так, под землей идет. Ну, у меня там горох. Все отлично. А тут зомбарь с ведром вообще ничего не сделает. Все, скоро будет вторая волна. Все, давай уже добивай. Так, давайте вот так сделаем. Все, смотрим. Так, по воде, ё-моё. Вот так делаем. Так, ё-моё, что происходит? Я не... Что делать? А, ну все, звезды вообще могут, звездочки. А почему все зомби сдохли и только один остался цел? Так, ну я надеюсь, его пробьют, да? Так, еще верхние звездочки помогают. Так, ну давай, ну давай. Ну ё-моё. О. Ну все, я прошел уровень. Давайте еще один. Тыква за 125. Ну, как всегда. Ну это уже традиции. Почти все новые растения за 125. Так, погнали, левел 8. Так, есть попрыгун какой-то. Окей, берем вот эту нового. Тыква, походу. Ну, здесь, в принципе, вообще язычные зомбари. Я даже не знаю, что брать. Хотя нет, давай вот так вот. И вот это. Все. Интересно, что делает новый зомби? Мое новое растение. Так, теперь я на кувшинке могу ставить грибы. А где зомби? А. Именно там, где у меня гриб стоит.
О, опять там зомби. Повезло. Повезло, повезло. А чё тыква делает? Давайте накоплю. Сейчас грибочку поставлю. Теперь будем копить. Так, ё-моё, ну... Типично. Типичные фонари не защищены. Именно это происходит с фонарями, которых не защищают. Ого, пошли солнце. Мне еще одно маленькое солнышко. Я смогу поставить тыкву. Уйом, я внизу зомбарь еще. А тыква что делает? Ё-моё. Что делать тыква? Ё-моё. Ну все, походу линию я потерял. Пожалуйста, убей. Ё-моё, что за жесть? Кто это? No, God, please, no! 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 Чё это было только что? Я не успел сообразить. А, тыквы это, походу, вот эти защитные. Но на 75 дороже, чем орех обычный. Капец, я тупо взял и две линии потерял. А какого фига он перепрыгнул через всех моих растений абсолютно? Чё это было? Ладно. Блин, грибочков надо больше. Чем я вообще кувшинки взял? Ты в магаз пойдешь? Ну ё-моё! Не, ну я, конечно, идиот полнейший. О, смотрите! Я поставил звездочку прямо на эту, на тыкву. Получается, тыквы... Офигеть! Это... Получается, может тыквы садиться на растения, и они будут защищены. Да ладно. Не, ну это, конечно, технология новая. Круто. Неплохое растение, круто, очень круто. В тумане очень много удивительных растений. Мне это нравится. Вот только внизу, где у меня нет газонокосилки, нифига нет. Так, опять этот зомби с этим. Ё-моё! Ну, что ты будешь делать, а? Ну как? Вот как? Господи. Я вот так сделаю. Фу, это жесть, ребята. Мне еще повезло то, что зомби с этим с погой зомби, вот. Пошел не по той линии, где у меня нет этих газонокосилок. Все, ребят, будем заканчивать. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вы были на канале Corn Sticks.